Всем привет! Добрый вечерок! Татьяна Владимировна уехала в отпуск во Владивосток. Да, конечно, придет. Алена никуда не уходила. Ребят, ну как вам сегодня эфир премьера Майной песни и откровения Вити? Настроение нормальное. Да, Витю жалко, ребятки. Спасибо большое. Не помню. Сегодня, по-моему, вес Саши был 129. А что, те, кто поют, те ненормальные, что ли? Ну, лично у нас вакансий нет в нашей команде, ребятки. Друзья, у кого такое понятие, что все приходят за хайпом, отвечаю. Те, кто приходит за хайпом, они не остаются на проекте. Да, я сплю вообще, меня вот тут недавно вырубило. Я что-то так устала за эти 2 дня с внучкой, что думала, все, падаю. Да, конечно, я сплю, естественно. Ребят, завтра смотрите «Остров любви», тоже будет интересно. Ага. Да, на работе я остаюсь. А в среду смотрите этот. Да, внучка моя. А в среду смотрите праздничную программу, но это не отменяет номинантов. Мы для чего тут собрались? Вы можете выходить отсюда вообще? Я ж никого не держу здесь. А в среду смотрите праздничную программу, посвященную год ББ в эфире. Да, все говорят, что она похожа на меня, точно. С кем Захарьяш? Завтра будет приход девочки, вот он сейчас с этой девочкой. Тот, кто смотрел разбор, тот должен понимать, о чем я говорю.
А, да, Анжелика маленькая такая. Угу. Это не то слово смешная, это точно. А, сегодня уже был приход. Ой, меня все дни попутали, я думала, что сегодня еще воскресенье. Спасибо взаимно. Так вот, этот, как его? Там же Яна его пришла, Захарова. Нет, Рома еще не развелся. Как он может развестись за 3 дня? Сереженька с другой обнимается. Сереженька с кем только не обнимается. Это не говорит о том, что он с этими девочками встречается. Что из такого? А ладно, спрошу, конечно же. Ребятки, я никакая я не крутая, я обычная. Какая я крутая-то? Доброй ночи. Да, приход был неплохой и смешной. Серега развлекается, пока молодой. Да, я, конечно же, я отдыхаю, естественно. Таня показала в сторис шарики на лобном. Какой-то... Йосенька, здравствуй, мальчик мой ненаглядный. Маленький мой малыш зашел, Йосиф Оганесян. Какие шарики? Какая Таня? Строкова? Я поняла. Смотрите, через неделю. Это ж к приходу Таня готовилась. Ничего страшного, хлопнул и хлопнул. Что здесь такого? Йось, куда ты пропал там? Напиши хоть 2 слова. Сашенька Черно, здравствуй, детка моя ненаглядная. Машу тебе, моя красавица моя, малышка моя. А да, ты уже там была, уже с дым брела оттуда. Вот говорю, Саш, что сегодня ты взвешивалась и весила 129 килограмм. Может, соврала, не знаю, но, по-моему, так. Ну да ладно, если даже соврала, ничего страшного. Рапунцель сегодня с кем-то поругалась. Она кто? Она кто это кто? С кем поругалась Рапунцель? Я не знаю, я эфиры не смотрю. А с кем Рапунцель ругается, я не помню. Зачем мне это надо? Молодец, Ёсенька. Ну хотя бы здрасте скажи, Наталья. Слава Богу, что более-менее все хорошо. Я рада. Хочешь, я тебя в эфир добавлю? Ты где там лазишь? Попробуй только отклони. Я на работе, если... Ёсенька, ты спишь, мальчик мой? Ну, смотри, ну что, красивый я Котенок когда? не маленький. Ты прекрасен. Ты великолепен. А где Саня? Маленький мой, малыш мой. Саша где? Да. Здесь свет включи, ничего не видно. Йося, где ты там этот Ой, ты завис видишь, во всем? мать. Мать, у тебя интернет плохой. Интернет плохой, Йось, ты зависаешь, я все темно, я тебя не вижу. Вот так вижу. Йося, не зли меня. Так, алло. А. Да, виснешь? Виснет? Уже не видно. Понятно. У Йоси, короче, завис интернет, и он быстренько скакнул, она ругалась сегодня по эфиру.
Алло, прием. Это не я висну, это вы там виснете на поляне. Это у вас там плохой интернет. Ой, ржак, не могу. Сейчас еще раз. Это он оперативненько решил сдымбрить. Секунд. Я теперь умею кнопки нажимать. Ага. Да, это у Йоси виснет. Ну, ладно. А, как мульти Простоквашино. Наших и там... Я поняла, Йоси, что у вас плохой интернет. Все понятно. Ну да ладно. Ты аккуратненько решил чукнуть. Ладно, я тебя прощаю, но в пятницу опять твой разбор. Приветики, Алена. Как дела? Ты уже ремонт свой закончила? Нет, Балинская не помирилась с Лешей. Да-да-да, Йоси умеет так делать, да. Прийти и уйти по-английски. Благодарствую. Этот... Кого выгнали на... Здрасте, приехали. Смотрите эфиры, как кого выгнали. Я уж не помню, в тот эфир кого выгнали. А чей еще? Всем поуходить. Кто поуходил, Йось, не шути так. Сейчас у людей будет паника. Никто никуда не поуходил. И все время теперь будет твой разбор. Че ты несешь-то? Поняла, поняла. Благодарствую, конечно же. Я уже даже эти вопросы не читаю. Я на работе все время как домовой. А вот ваши кастинги пройдут в Риге, а может быть будут как-то... Может быть и будут, кстати, в Израиле. Почему бы и нет? Зайдите в мой профиль, гляньте, с кем я работаю. Йось! Ты сдымбрил, да? Я вот еще раз тебя все-таки попытаюсь добавить к себе в прямой эфир. Что вижу, чухнула по-английски. Не отключайся. Ну что ты хочешь от меня? Не отключайся. Не отключайся. Господи, ты опять виснешь. Это ты виснешь, а не я виснул. Ты виснешь, у тебя плохой интернет. Йось! Ты забыл, какой у меня тут да многоканальный интернет? Выходит он меня своим интернетом дурацким. Ну да ладно, сегодня я его видела, теперь увижу, слава богу, в пятницу. Привет, улички все. У Йоси плохой интернет. Он сейчас его пойдет наладит и выйдет со мной. Все, не делай мозги. Все, иди спать. Я поняла тебя. Чего орать-то? Нормально вроде общались. Майами, привет. А, нет, это вам слышно, а он у меня квакает и зависает. Да, у Йоси там... Йоси там как в бункере Гитлера. Прячется ото всех. Привет, 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 привет. Привет, привет. Йось, так рано спать вы легли. Время 12:30, вы уже спать легли. Кто в такое время спит? Италия, привет. Привет, Калининград. Здрасте, здрасте, здрасте. Интернет на поляне ужасно... Саш, вот и я ему говорю ужасный. Странно. Там вообще иногда даже телефон не ловит, Сашенька, рыбка моя ненаглядная. Голос у вас смешной, я знаю. Кострома, привет. Я всегда на работе. Я как этот, сторож. У Йоси с утра... Правильно, у Йоси с утра растяжка. Так. В 9:30. Это удивительно. Я надеюсь, он встанет в это время.
Вы меня про синяки, я поняла. Значит, рассказываю про синяки Юленьки Белой. Это у них... Ну, это Женька так любит ее, он же ж это... Как его, господи. Ну, у них такие игры. Саш, помоги мне, вытаскивай меня из этой ситуации идиотской про синяки Юлины на руках и на ногах. Ростов, привет. Тула, привет. Спасибо, ребятки. У него нет выбора. Молодец, Саш, молодец. Куда теперь он денется из подводной лодки? Да, у них такие ролевые игры, совершенно верно. А, Женечка Ромашов, он еще тот любовник, ой. Ну, в общем, вы поняли. Рязань, приветики. Исмаилов, давай я тебя вытащу, ну попробуй. Илья, приветствую вас, мой дорогой ненаглядный. Привет, Гомель. Мазохист. Женя не мазохист, он этот. Саша, он пишет, пожалуйста, не спрашивайте меня про их игры. Да, Саранск, привет, улечки. Орел, привет. Охренеть ты хлевая. Манзатрань. Батюшки, господи, без пол-литра не прочтешь ваш ник. Я что, никак не припоминаю, что мы на «ты» переходили. Ну да ладно. А, куда улетели... Да, Илья, тут и Саша, и Йося. Куда улетели отдыхать Купины? А... Этот. А там, по-моему, Купины что-то разыгрывали. Еще пока нельзя об этом говорить. А, кто хочет на Дом-2, пишите Надежде Ермаковой. Где Юля Белая? Подключите ее в эфир. А Юля, что у меня сидит в эфире? Таким приказным, прям тоном. Я не знаю, где Юля Белая. Господи, у меня ее нет в эфире. Спасибо большое, я не крутая, я обычная, обыкновенная. Почему все ведущие... Ерунда это все, это глупости. Почему так решили, что ведущие не любят все, тем более пару Марины и Ромы? Что за... Илья, спасибо большое. Я и не блогер никакой. Мне до блогера еще как до Китая. Спасибо большое, большое спокойной ночи. Здравствуйте. В каком эфире Белая? У меня сидит? Или у себя в прямом эфире сидит? Ответьте мне, у меня или у себя? А, мне не нужно много людей в прямом эфире. Я никогда за этим не гонюсь. Вам не нравится бы ходить тоже отседу? Мы ж никого не напрягаем. А, так, здрасте, приехали. Я ж как к себе могу подключить Юльку? Нет, Федя с Настей не будет, они расстались. Уссурийск, привет. Ефременкова и Черкасов всегда унижают Капаклы? Ребята, там случайно грибов никаких не объели, что вы мне такие вещи пишете, нет? Котятки мои ненаглядные. Стацевят едет в Москву. Стацевят едет на Ибицу. На жениха себе там нашла. У вас такой противный голос. Абсолютно с вами согласна. Кто бы это ни был, парень или девушка, не знаю. Спасибо большое за комплимент. Правда ли вы крестная? Правда. Правда, правда. Илюшенька пару еще себе не нашел. У меня чашка еще та веселенькая, видите? Переходящий цвет. Главная чашка большая. Саймон на проекте? Конечно. Саймон на проекте, естественно. А как же?
Благодарствую, очень приятно это слышать. Кто-нибудь придут из... Не знаю, почему вы не выгоните Стрелкова? Зачем? Я не обижаюсь. Меня, чтобы обидеть, ой-ой-ой, что нужно сделать, я даже не знаю. Правда, что Пинчук и Захарьяш целовались на свадьбе? Я не видела этого. Не знаю. Я говорила, что Федя навсегда с Настей? Да, я это помню. Этот Федя и Настя, они мне так вымотали все нервы, что я теперь на них злюсь, когда они ругаются, и говорю, что они никогда теперь не будут вместе. Как на проекте Саймон? Разве он не ушел? Как вы думаете, если спустя месяц, когда Саймон ушел, мне человек задает вопрос, Саймон на проекте? Что я должна ответить? Конечно, он на проекте, естественно. А как встать на работу в 5 утра, а спать не хочется? Не ложитесь лучше спать. Я вот никогда не ложусь, если я не хочу спать. И чтобы не проспать, я лучше вообще спать не буду. А кто вы? Что делать на... Мондезир на проекте строит свою любовь, котят. Вот эта вот история откуда-то взялась непонятная. Почему-то она в районе Челки. Ну да ладно, я разберусь. Да, на проект берутся в 17 лет, конечно. А кто вы? Чую, скоро антидепрессанты начну принимать, друзья мои ненаглядные. Что вы имеете в виду, он ее построил? А что там Брянска уже взорвали? Кто? А кто Брянскую взорвал? Вы о чем? Настенька Климкина, вот такие вопросы некорректно задавать женщине. Мне лет много, детка моя. Ой, а можно вопросик? Два приглашения, разыгранные на свадьбу Майи и Лёши, они были? Где их можно увидеть? Приглашения? По-моему, один человек, который... Короче, я не знаю, но кто-то там был на свадьбе, по-моему, один человек. Как не общаются? А что, Брянская и Милена не общаются разве? Да, вот была одна... Я помню, кто-то из подписчиков писал, что была подписчица Майя. А я даже и не спросила. Добрый вечер. Да, я была на свадьбе, конечно. Спасибо, но внучка на меня не похожа, только если может быть, но не так, как прям. Почему Рапунцель все обижают? Я не знаю, ребят, почему все Рапунцели обижают. Почему вы держите тирана? Стыд, позор? Нет, до сих пор не обновила. Вообще отбилась от рук. Почему вы держите тирана Безуса?
Безус не тиран, ребят, вы бы знали бы, Безус потрясающий парень. Как он воспитанный, интеллигентный мальчик мой ненаглядный. Почему Захар бьет Яну? А что там, Захар бьет Яну уже? Сволочь. Пойду выйду в лес с вами. Я не знаю, почему Захар бьет Яну. Что там Янка, наверное, что-то поди натворила. Что он ее бьет. Батюшки, что ты здесь шаришь? Испугал меня. Так. Любин, не пора домой. Как это пора домой? Люб только приехал. Пришла на проект недавно. Правильно. Безус очень умный, начитанный и воспитанный парень. Я не знаю, ребятки, кто-то пишет, что почему Захар бьет Яну. Я не понимаю, о чем говорят. Конечно, я бы пустила. Я бы хотела, чтобы у меня сын был на Доме 2. Более того, я сама бы хотела попасть на Дом 2. Ну да, все уже, поезд ушел. Можете кого-то показать? Кого? Мама, Алена прилетела сегодня, да. Ответьте на мой вопрос. Как ваши дела? Нормально. Спасибо. Вот сейчас прямой эфир проведу и пойду. Этот. И пойду дела свои. Дела свои сделаю и... Арона с... А, фу, господи, извините, Алена, да, Алена с Ромой. Из участников я никого не могу вам показать, ребят, к сожалению. Алена с Ромой, у них все прекрасно. Рома нормальный парень, очень любит Алену, очень любит Богдана. Я тоже ни разу не видела, чтобы Захар бил Яну. Ну, как-то с чего-то люди взяли. А вы прямые эфиры ведете, чтобы отвечать на вопросы телезрителей? Так сложилось, что на какую бы тему я ни пыталась вести прямые эфиры, все равно мы приходим к Дому 2. Если вас что-то не устраивает, Капитолиночка 67, мы никого здесь не держим, котятки. Рапунцели в жизни такие же абсолютно. Ничего они не наиграны, и никто на камеры не играет. Даже не думайте об этом где-то говорить. Почему каждое шоу Бородина против Бузовой только плохо о Роме? Да что вы прекращаете, ребят? Никто никого не выживает, тем более Марина и Рома – это пример и показатель, как нужно строить отношения. Ясмина мне передает привет. Спасибо вам большое. Вашей маме зять нужен? Я не знаю, как моей маме. Вы, наверное, изначально спросите, нужен ли мне муж. Стыдно курить на камеру. Нет, не стыдно, ну, как бы... Мне больше нравилось говорить про духи. Мне тоже, вы не поверите. Ну, вы же помните, я про духи, а мне начали говорить реклама, реклама, что за реклама, но я подумала, ладно, все, не хочу даже больше ничего слышать. Я верю в пару Мандазиры и Юли, да. По сути, ребятки, в своем прямом эфире я никогда ничего такого сверхъестественного не говорю. Почему Кудряшов неопределенный? Потому что он маленький еще малыш.
Да, свадьба крутая была. Спасибо большое. Я подумаю по поводу вот нужен ли мне муж. Салют, салют. А я домой не поеду, ребята, вы что, прикалываетесь? С кем Кудряшов? Кудряшов как с кем? С Ивановой везде ж по интернету гуляет уже. Это вы меня спрашиваете? Подскажите, пожалуйста, магазин классный, понятия не имею. Как вы думаете, брянская легкодоступная девушка? Нет, не легкодоступная. Она просто душа компании. Вы встретились с потенциальным женихом Артем... Я даже про него забыла. Вспомнила тогда, когда уже съемка закончилась. По крайней мере, ко мне сегодня никто не подходил из потенциальных женихов. Артем, поди, меня испугался. Подумал, ну ее нафиг, эту цепную собаку, подходить к ней еще. Загрызет. Так, что там? Кто куда пропал? Куда пропала Болинская? Она в отпуске, она уже приехала. Сорока прекрасна. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, все. Спасибо. Марго Ларченко не вернут в проект. А Марго хочет на проект? Я думаю, вряд ли. Вы где? Я в студии. В профиль зайдите, ребят, там все написано. Какие нужны документы? Я думаю, паспорт и СНИЛС нужен. И все. Рома с Мариной уйдут. Первый раз об этом слышу. Сорока с кем? Ни с кем. Вы жалеете, что ушел Сэм? Ребятки, вот Выборного 287. Вы, походу, первый раз у меня в эфире. Что задаете мне такой странный вопрос? У меня там в ленте выставлено видео, где я пишу: я буду очень по тебе скучать. Именно с Сэмом. Как вы относитесь к Марго Овсянниковой? Нормально я к ней отношусь? Уже никак я к ней не отношусь. Мне кажется, Маргоша немножечко звезду поймала. Но это мне так кажется, не знаю. Так, зачем Артем нужен у Натальи каждый эфир? Куда-то вделся мой этот, помните, который хотел подарить мне поездку на Бали? Пилот, не помню, забыла, хотел меня в Печатники увезти к себе жить. Короче, я уже позабывала всех женихов. Нет, нет, Майя не беременна. Черно беременна? Нет, пока не беременна. Мало ли, что у нее животик у Майи. Ну и что у нее животик? Меня тоже животик, мама дорогая. Питание же за счет проекта. Но так ребята, что хотят, то они сами себе заказывают. Сами они готовят, кстати, ребята. Ребята сами убирают, сами моют посуду. Ну, в общем, они все делают сами. Как говорится, крутится, как белка в колесе. С утра до ночи под камерами 24 часа в сутки. Черной и Йоси почему ругаются? Сил нет уже с их ругачками. Взять бы ремень и отшлепать их. Как стопроцентно попасть на проект? Да, Настя, спешь.
Я не знаю, как 100%. Наде Ермаковой напишите. Наденька вам скажет, как попасть на проект и чем заинтересовать. Почему такое мнение, что Марина и Рома уйдут, я вот не понимаю. Странно, и какие провокации в их сторону? Да господи, что ж я не могу никак поднять. Пишите Надежде Ермаковой, она все расскажет правильно. Спасибо большое, внучка, это просто. Я 2 дня была с внучкой, ну, мы 2 дня забирали ее. Я сегодня как будто бы меня это... били. Спокойной ночи. За комплименты я всегда говорю большое огромное спасибо, ребятки. Комплименты чересчур комплиментарные. Кира, глаза нет. У Киры глаза не мои, у Киры глаза той бабушки, мамы ее мамы. А так похоже, да, Кирка, наверное. А почему семья Дмитренко до сих пор на проекте? А вам чем мешает семья Дмитренко, ребят? Они тоже своего рода пример. Они Василису родили на проекте. Так. Мама Марины сказала, что вы любите Купиных только потому, что дружите с их мамами, целуетесь. Это мама Марины про меня так сказала? Напишите мне, пожалуйста, а это мама Марины про меня так сказала? Ну вот честно. А сын самостоятельно живет. Если у них все очень хорошо. Кира еще с каким характером? Не то слово, это точно. Кто? Что вы несете тут? Вы мне про Рапунцель такие вещи не говорите. Захар с Яной вместе? Да, Захар с Яной вместе. Наш мальчик Захарка вместе с Яной. Начинается, правда, что Василиса ли не Олина дочь? Ребята, откуда такие мысли в голове у людей берутся? А сколько ходила история, что Василису родила суррогатная мать? Я. Это ж ад кромешный. Я вот это вот... и не Самаков, извините, может, неправильно прочитала. Я вот этот комментарий даже читать не буду. Это все, я вам сейчас скажу, с точностью, да наоборот. Это первое. А второе, с Татьяной Владимировной Африкантовой я тоже целуюсь. И пусть Татьяна Владимировна Африкантова не наговаривает на меня, что я не люблю Марину и Рому. Это вообще бред. Рома вообще меня называет своей родной тетей, если так уж дело пошло. Я ничего не хочу сказать против Татьяны Владимировны, она женщина очень интеллигентная, воспитанная, культурная, грамотная, начитанная, но я не знаю, почему она так вдруг решила про меня сказать. Ну да ладно. Роды же Дима снимал, ну не прям роды, что за... Вот именно! Но я бы удивилась, если бы еще в этот момент сам Дима роды снимал. Что за идиотизм? Правильно. Про капусту. Это вообще. Или аист принес. Борисевич, правда, придет к Ромашову?
А вот вы смотрите в пятницу шоу «Бородина против Бузовой», вы там все увидите. Я же сторис с Викой выставляла. А потом... А потом там они фотографировались уже с Ромашовым вместе. Ну, Женечка еще тот. Татьяна Владимировна очень интересная женщина. Да, я не говорю, что она неинтересна. Она еще какая интересная, конечно. Особенно мне нравится наблюдать, когда Татьяна Владимировна выставляет свои фотки, ну, вот молодости, где они там черно-белые, где они с супругом. У Алены, кстати, потрясающий папа. Просто. Я его когда увидела первый раз, когда он к нам приехал, ну просто, он такой обаятельный, у него такие глаза. Меня Татьяна Владимировна убьет. А что на свадьбе было интересное? Расскажите нам секретики. Все, что было интересно, вы уже все знаете из моей ленты, из моих сторис, ребятки. Да, я давно очень курю. Это вот Соловей 4307, который спрашивает по поводу мужа. Курю я давно. Может быть, я вам даже и не подхожу из-за этого в жены. Нет, мне не кажется, что Рома переигрывает. Но он таким образом проявляет заботу. А то, что его сын ужасается или нет, я думаю, навряд ли его сын ужасается от этого. Я не думаю так. Да нет, вы что, ребят, смеетесь? Иммунитет вытягивают, как вытягивают. Никто ничего не знает, где это находится. А почему вы так считаете, что мама Марины не успокоится, пока ребята не уйдут и не разведутся? По-моему, она нормально уже относится к Роме и к их браку. По-моему, она против них ничего... такого не говорит. Ромашов не промах, он еще тот ходок. Ой. Женька классный парень. Да, у Марины папа очень такой спокойный, добрый. Но это не говорит о том, что у Марины мама недобрая. Она тоже очень добрая, у нее просто другая энергетика. Она огонь. А он более степенный такой. Вот и все. А что, папа Аленке приходил? Ой, о чем? Почему Безус такой смешной? Не знаю, почему Сергей Захарьяш так поступает? Ой, нет! Нет, я курить не брошу, извините. Ой. Почему на свадьбе поругались Таня с Дашей? С какой Дашей? А, с Даней? Почему нельзя сделать и вечером ББ? Потому что такое эфирное время в сетке. А что в этом плохого, если мужчина готовит, моет?
Не знаю, что. Да, Илья очень переживает о сложившейся ситуации. Это факт, ребят. Илья, вы себе не представляете, как он рыднем рыдал. А новенькая Клава? Не знаю. Мама Марины разве так сказала, что Марина после проекта будет жить с родителями? По-моему, она не так говорила. Ну, если я слышала, что она не так говорила. Я смотрела какой-то из прямых эфиров Татьяны Владимировны, где именно я зашла, и я обычно не часто захожу к ней в прямые эфиры, где она говорила о том, что у Марины очень много вещей, и что ту квартиру, которую выиграл Рома, эта квартира маловатая именно для того, чтобы жить, так как у Марины очень много вещей. Она там говорила, тюки, клетчатые сумки и так далее, и тому подобное. А, ну, часть же вещей у Татьяны Владимировны дома находится, как я поняла. Но больше я ничего такого не слышала от нее, чтобы она говорила, что Марина будет жить с родителями, а про Рому ничего. Я такого не слышала, честно. Смотрите, ребят, было одно время, были повторы шоу «Бородина против Бузовой» в час ночи. По-моему, месяца два. Благодарствую. А что сейчас делают участники? Да кто что делает он? Кто ест, кто спать пошел, кто он? Косички заплетает. Так что вот так вот, друзья мои, котятки. Кстати, вот, наверное, у меня уже времени не хватит поговорить на эту тему, но я зайду завтра днем и поговорю. Завтра, наверное, днем будут мои. Каким всем участникам, о чем вы говорите, кто платит? Благодарствую. Угу. Когда будет прямой эфир? Эфир прямой будет завтра. Давайте в час дня. Завтра что, вторник? В час дня. У меня завтра планы Наполеона сгонять в солярий. Это святой. Я уже неделю никак не могу сгонять. А я обязательно передам. Конечно же, конечно же. Давайте голосовать, чтобы ББ выходил вечером. Это исключено. Я думаю так. С Миленой все нормально, она уже успокоилась, не волнуйтесь. Что скоро Марина вернется домой, надо камеру.
А к чему она это говорила? Причем здесь камеры? Монди. Вы помните, как я обгорела тогда? Это был кошмар какой-то, просто. Завтра я планирую тоже на 15 минут пойти. Но не знаю. Привет, улички. Мое ничего-ничего. По-моему, сейчас у меня уже будет заканчиваться прямой эфир. В эфире опять говорили ни о чем. Это жесть была. Я думала, все. Потом, правда, лицо мне так облазило. Я потом его отшелушивала. Так и было про Рому. Не... Ну, ребят, может быть, она имела в виду, что Марина и Ром... Ну, может быть, она просто о Роме не вспоминает, а имеет в виду его всегда. Но они же все-таки муж и жена. Я, честно говоря, не знаю, что имеет в виду Татьяна Владимировна. При всем моем уважении к ней я сейчас не пойму, о чем, при чем здесь камеры вешать. Вот это мне непонятно. А-а-а. Печально, все любят ваш проект, но люди днем работают. Ни о чем, обо всем. Точно. Почему новеньких не видно и не слышно? Так новенькие только пришли сегодня. И мы еще не отдыхали, нет. Мы собираемся 1 сентября уходить в отпуск. Сметана... Нет, я не сметана. У меня же вот эта вот история. Масочка моя знаменитая. Спасибо, да, Кира, она еще та характерная девулька. В общем, ребятки, я буду, короче, заканчивать, а после загара нанеси... Да. А я не знала про такой крем, а где он продается-то, его ж надо купить еще. Нет, у Алены реально такая большая любовь. Это называется «Нашли друг друга две реально половинки», которые искали друг друга давно. Да, разница в эфирах неделю. Так она имеет в виду, что камеры дома надо вешать, что ли? Я не понимаю. Да, вот правильно говорите. Заходите на Рутуб, посмотрите там шоу «Бородина против Бузовой». Так. Котятки мои, рыбки ненаглядные. Правильно. Смотрите завтра, пожалуйста, шоу «Бородина против Бузовой. Остров любви». Я стараюсь отвечать на все вопросы. Я стараюсь. Интересный будет эфир очень про чмоки-чмоки. Кстати, про Настю и про Федю там и тролливали. Вот, также в среду номинанты на вылет, в четверг разбор недели, тоже будет очень интересный. Разбор будет очень интересный. И в пятницу Дом 2, спаси свою любовь.
Завтра будет очень интересный остров, ребят. Советую вам, не пропустите. Очень много будет новых и интересных фактов про участников. А в четверг разбор будет просто пуля про Серегу. Так. Буду заканчивать. Все, ребятки мои, люблю вас крепко. Всегда ваша, просто Наташа. Пока, сики.